Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео я хочу показать, как решить проблему, если вы нажимаете на стрелки верхней слева вправо, а у вас вместо этого перемещается курсор мыши вверх, вниз, влево, либо вправо. Если у вас есть такая проблема, то это значит, у вас включена функция перемещения курсора мыши с помощью кнопок вверх-вниз, влево-право. Чтобы отключить эту функцию, в Windows 10 мы нажмем. Мы сначала рассмотрим, как отключить Windows 10, а далее, как отключить в предыдущих версиях Windows. Для 10 Windows нам нужно перейти в Пуск, Параметры, левая кнопка мыши, заходим. Далее заходим в Специальные возможности. Листаем вниз, находим мышь. Левой кнопкой мыши заходим. И видим, что у вас была включена вот эта функция. Управлять мышью с помощью клавиатуры. Переводим. Клацаем в этом месте левой кнопкой мыши. Переводим курсор в эту сторону. Все, после этого наша функция будет отключена. И кнопки вверх-вниз будут выполнять стандартные действия. Для более ранних операционных систем Windows 8, 7 и ранее эта же самая функция отключается через панель управления. Для этого мы в поиске забьем русскими символами панель управления, левая кнопка мыши, перейдем в панель управления. Выберем просмотр категория. Далее переходим в специальные возможности, левая кнопка мыши. Еще раз левая кнопка мыши по специальным возможностям. И далее находим упрощение работы с мышью. Левая кнопка мыши, заходим. И у вас, скорее всего, если у вас есть проблема, что стрелками перемещается курсор, у вас стоит, скорее всего, здесь галочка. Мы снимаем эту галочку управления мышью с помощью клавиатуры. Нажимаем применить, ОК. Выходим, и после этого ваша проблема будет решена. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.